Тут еще одна вива. Ё-моё, я убью. Павлик, открывай ворота. Сегодня хочу рассказать вам про группу кластерных серверов под названием JARD. Три сервера, между которыми можно переносить животных, ресурсы и персонажей. RTX 5 на все, минимум модов, адекватная администрация, максимальный уровень диких существ 240, ивенты, конкурсы и бонусы новичкам. Подробнее ознакомиться с бонусами и настройками сервера вы сможете, пройдя по ссылке в описании. Всем приятной игры! Всем привет, ребята! С вами Риерс, мы продолжаем играть в ARK Survival Wolf на сервере War 3, проектор Pro ARK. Здесь есть вот такие вот замечательные драконы. Одного мы уже приручили. Сейчас будем приручать еще одного. Нужно нам на них седло. Седло стоит по 250 монеток в магазине. Монетки у нас есть, все трансфернули. Трансфернули сейчас построек себе кучу целую. Будем строить базу. Это у нас времяночка останется. Будем вокруг нее возводить уже нормальную такую красивую, большую, защищенную базу, ребята. И сейчас мы отправляемся томить еще одного дракона. Я не помню, где этот дракон находится, но мы будем томить его при помощи ловушки. Сайренс у нас нашел какую-то новую версию ловушки, улучшенную, переносную, так сказать, которую можно при помощи тег-построек, там, три бегемота, еще что-то ставишь такое. В общем, изи-бризи все это делается, а вот он, 108-й. Осид-дракон рядом с нами резается. Вообще удобное место мы выбрали, ребята, оказывается, для проживания. Они прямо рядом с нами здесь обитают. Ну что, сейчас будем ставить ловушечку и заводить туда этого чудесного дракончика, ребята. В общем, ребята, ставим ловушечку. Вообще простая ловушка. Она делается тупо из 5 бегемотов. Они ставятся в рядочек бегемот. На первом бегемоте и на последнем бегемоте ставятся ворота. И все. Туда дракон залетает и багуется в них. Дракон рядом вообще пипец. Давай, ставь уже. Он уже тут летает и аннигилирует все. Я дротики, кстати, с собой не взял. Надо будет с твоей птицей их слутать. Отлично, одни поставились. Вторые. И все это с S-плюсовской. Это все забирается потом с собой. Третий. Четвертый. Зазор оставь, чтобы можно было стрелять по нему. Ты как стрелять-то по нему будешь? Зазор нужен по-любому. Все гениальное, сука, просто, ребята. Вот реально. Переносная ловушечка. Но это работает. Единственный минус, что только на S+. А так, если что, мы поставим еще ловушку обычную для... Не переносную, а стационарную, так сказать. Что-то большой зазор слишком. Он не вылетит отсюда. Хотя не должен, наверное. А дракончик-то, сука, здесь уже, ребята. Сможем выбраться отсюда? Через верх даже... А нет, можем, есть, отлично. Все. Супер. Почти. Switch to manual, все, во. Шикарно. Все, давайте теперь нашмаливать по нему. А, я не могу попасть по нему, лол. Стой, 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 дракошка. Два раз. Кыш, 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 кыш. А, сука, больно. Жесть. Что-то он прям ломает мне там все. Мне это не нравится, ловушка что-то. Ну это видите, первый раз мы ее используем вообще. Оп. Охереть, прям в лицо, сука. Нет, не попадаем так. Перезаряжайся, перезаряжайся. Раз, попали. Че, веселуха, да? Ага, дротиков бы я бы вообще повеселился. Сайренс, дротики лежат. У меня 9 штук осталось, я не знаю, сейчас не хватит, наверное. Аргент мой, там что-то было. Да, посмотри. Нет, в аргенте я только что посмотрел. Стрелы, посмотри, муж есть. Ух, я нихера не вижу. Короче, что-то пошло не так, как обычно. Да нафига он сдох, он просто стоит в клетке, Сайренс такой встал и стоит. Или ты тебя ослепил он? Нет, он меня замедлил и ослепил. А ты думаешь, там такая щель, там просто... Опять помер. Он что-то сделает. Вырубился, все.
В нем молоко еще, кстати, лежит. Dragon Milk. Видимо, драконы вырастают тоже на молоке. Лоу. Кто там лупит? Это какого бьют? Нашего или это? Нашего. Ну и чё, на чем вы томили его? Прайм. Просто на обычном прайме? А, помогите. Я пошел прайм фармить. О, да. Все, мы нафармили, короче, как-то подозрительно быстро идет приключение. Ай, олень! Уебал? Вообще, ой, сука. Твою... Что? Да хер с ним, еще приручим. Поднимать надо? 53%. Да, да, давай, короче, подымем его. Забирай, забирай еду. Я забрал, забрал уже. Надо стимберить. Стимбери же канает сейчас. Быстрее можно приручить? Ну, встает он от этого быстрее? Ну, вроде бы, да. Паха, ты забирал мой лут или только свой? Я твой поднял, я на базу вместе с моим уже. Ну чё, ребят, подымаем его, дракона. Накосматил я тут немножечко. Ну, с кем не бывает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. По-моему, быстрее не стало ничего, да? Да. Что-то, по-моему, белыми ягодами быстрее не поднимается. Не, по идее, подниматься должен. Двадцатку скормил, вообще никакого эффекта не было. Мало двадцатку, надо сотки 3-4, чтобы что-то там пошло. Забираем дальше. Вот. Еще одного дракона нашли, тот пока встает. Двух. А, Вива еще, да. Да, там Альфа Вива, да? Альфа? Я не смотрю на него. Хера, у одного крылья здоровенные. Черный вообще, прям в натуре такой, вообще дико офигенный. Не, там Вива и дракон. Ну вот дальше, дракон. Драгон. Это Дрейк, скорее всего. Нет, тот Драгон, но тут, наверное, Дрейк. Нет, короче, я вот сюда на пятачке поставлю бегемоты. Давай. Тут ровненько, хорошечно. Жесть. Кто-то черный вообще лютый. Блин, тут камней только тьма. Ладно, постараюсь. А ты иди сюда, бегемот, оставься. Да, да, да. Птицы лежат. Вылетит сюда уже. Сюда. Зачем так быстро мне... так там подвел-то ее? А чё не все осидные-то, сука? Ты хочешь сначала эту щуку оглушить? Ой, какого она уровня? До 104-го она нормальная, тоже пойдет. Не, большие ты зазоры. Ты забаговала. Вообще большие зазоры. Сейчас убегу. Забаговала тебя она? Она сейчас грохнет. Да ты, сука, шутишь, что ли? Издеваешься. Блять, ну нахера ты ее привел-то раньше времени? Да что за фигня, меня уже тут это виверна разбирает. Пиздец. Сейчас она еще аргента моего нахуй возьмет и убьет. И тогда. Зафоловьте аргента, выведите ее нахрен оттуда. Я вообще ничего не вижу, меня она ослепила. Улетела. И походу забаговалась в деревьях. Ух, неужели? Ну вы-то вообще просто... Томильщики. Особенно Сайрон, блядь. Улетела опять. Чей? К вам полетела, блядь. Господи. Когда что-то пошло не так, сука. Дважды уже. За сегодня. Вот такие вот тут страсти на этом сервере происходят, ребята. С драконами. Ну, зазорчик вообще хороший. Да, отлично. Так, ага. Блять. Глеб, подлети в ворота, там титана меня доканывает. Да ёбана. Ага, спасибо. А меня-то не забирай. Да, я думал спасти. А, я уснул. Нихера себе, торпора. Можете во мне взять ворота? Да вот под камнем ворота можете взять, вам мне и поставить сами, потому что я чувствую, немножко придется полежать. Сработано четко, как команда Альфа прям. Команда А.
Нет, Альфа, команда А. Монтах, пошли. Там придется кому-то быть негром. Ну, у кого персонаж черный? Колян. Вести? Да, да, вести. Нормально получилось. Так, сейчас проверим. Да, через верх можешь вылететь, короче. Заводишь и через воротины, и через верх улетаешь. Я с одной стороны ворота открыл. Я закрою, если что. Хорошо. Ну, я тоже возле ворот уже все очнулся. Ты же маленького сначала ведешь? Я не знаю, черного. Ну, хер с ним, давай черного. Какая разница, заводи любого по очереди. Но он на пляжу там. Ты нашел его? Да, нашел, тут просто туман, мне кажется, ничего не видно. Мы не давай, я приведу. Ворота открыли. Все, я его ударил. А ему похеру. Ну да. Плюет вообще на чужих. На всех плевал, сука. Там еще дракон летит. Высоко-высоко в небе. Видимо, кто-то на нем начальник. А нет, дикий. Я посмотрю, что давай, завел. Давай, подтягивай его, куда? А он что-то на пляжом вообще. Сука, да левел-то какой у тебя? Давай! 40-го. А Сид Дрейк тоже. Да что-то вообще не агрится. Ага, это слюной своей бомбит как следует. Подожди, он застрял в этих. Да, он сейчас, Вива также застрял, он сейчас вылетит вверх. Дай-ка я по нему пошмаляю. Я присяду вот так. Жесть, как он дамажит. Там, короче, либо вправо, либо вверх можешь вылететь. Все, улетел. Все влетает. Если за мной полетит, будет супер. Нет, не летит. Что-то он не агрится почему-то. Угу. Сейчас я его впритык ударю. Возле дома твоего летает черный вот дракон. Вот три раза ударил прям так. Да все, все, не бей. Давай так его оглушать, хер с ним делать-то еще. То есть слазить и оглушать? Ну да, он не агрится. Если загрится, сразу на этого наргента садись и улетай. Сука, попасть не могу теперь. А его попал. Че, я тогда тоже лечу. Давай. Забаговался над черепахой. Не. Надо ближе подлетать. Ну еще лучше бегемоты, значит, свободно будут другого дракона. Да, тут агрится прям знатно. Во. Сука, я так не попаду по нему никогда. Не, ну что, 5 раз-то попал? Блин, вот забаговался бы он туда, в то место. Было вообще супер. Вы смотрите, далеко от птиц не убегать от своих. Слез с птицы, пострелял. Прям рядом с ней. Не попадаешь, сел опять на птицу, полетел в другое место, чтобы мог сразу быстро сесть на птицу и улететь. Во, отлично стоит. Вот у меня он только что попал. Сука, еще капразух. Что ж за денечек-то такой сегодня? У-у-у, привет, капразух. Тут вообще какая-то лютая хрень, капразух. Улетай, улетай, улетай. Птички упал, прикинь. О, пачки. Панч. Я аргента забрал. Ебать, нихера себе. Колян, забирай аргента. На Джей нажми, улети, уведи аргента. Нихера, а че он такой? Все, улетай. Злой стал. Жесть. Надо лутануть, короче. Так его не усыпим, только ловушку. Да усыпим его вот так, усыпим. Я в него тут попадаю вообще. Я тоже 2 раза попал. Он, видишь, в ловушку не хочет лететь. Давай быстрее. Колян, уводи.
Давай! Давай! Есть! Попробую добежать до вас, вряд ли так уж получится. Ты на базе идти? Да. Ну как на базе, я уже бегу в болото, бегаю. Вон, застрял в деревьях, все. Он, видишь, большой, сильный. Его будет очень сложно в ловушку завести. Все, деревник застрял. Аргента оставил его возле ловушки. Все, вырубил. Ух. Иди лутани Пашку, а пока. Я утону. Так, тут вива летает еще одна рядом, прям рядом. Прям рядом, давай его сразу заведем. Сейчас, подожди, я гляну уровень. 68. Не. Может ее убить? Черная, да? Смогу убить ее? Да, сможешь. Наверное. Заклюем, давай попробуем. Они не такие жесткие. Только вот единственное, она наездника дамажит, если будет пульками стрелять по тебе. Да, я понял. Тоже красивая, ну, черная. Живот зеленый, ну. Не, не добегу точно. Опа! Подожди, меня оглушило? Да. Пахан, поставь кровать мне там. Не, ничем не формит. Ничего. Опа, ты опа, опа, поднял. Опа, Сайренс. Ты его оглушал, да, все это время? Нет. Вон она уже красная. Вот для этого нам нужен Дрейк. Или дракон. Дрейк, рэпер. Все, еще пару раз. Дамаг открытый. Пару раз. О, пахан, возрождайся на Аргенте, на твоем поедем. Куда? Кого? А карать не бей, Колян, ну там же дракон наш лежит. Ты прям возле него, ну. Ну, Глеб, что надо было оставлять, чтобы она дракона? Надо было отлететь оттуда, и все, она бы не стала его трогать. А она пипец, она догоняет, еще и обгоняет. Я хз, как их водить, надо человека скорость, наверное, качать. И по земле от нее бегать. Не, ей похеру вообще, она не хочет за нами лететь. А ты возьми Фиоми или дурошку в лапу. Сейчас попробуем. Если как с гигами только, да? Может, проканает, кстати. Она улетает от меня, ее догнать не могу. О, меня тут раптор догнал. Мой второй. Да как так-то? Она с одного удара просто взяла и убила ту дошку, которая была у меня в лапах. Сука. По-моему, я сейчас отъеду вместе с аргентом со своим стетеревом модным. Надеюсь, сейчас ловушка открыта-то. О, бля, все пизда мне, ребята. Давай, Глебан. Ты был нам как друг. И как... Ну, короче, да, надо не выпендриваться, не восстанавливать драконов. Приучаем таких, которые уже есть, сука. Пускай у них эффективность маленькая будет, но хотя бы будем уже на драконах. А то это вообще такой сейчас трындец начнется. Я ее введу, блин. Веди. Сготовьтесь закрывать-то. Она оторвалась от тебя, Колян. Вижу. Тут есть вообще на закрывание? Я не закрываю. Там еще одна вива, да твою мать, их сколько тут? Пригорать начинает потихонечку. Сковородку-то подкладывай, антипригарную. Да, надо и стул поменять. Блять, она теперь мне в душу смотрит, это вива. Да, аргент ее не догоняет попросту. Нужен какой-нибудь дракон, чтобы дракону уже их возить. Да, дракона притомить любого, и все. Но только и дракон не сможет вылететь оттуда. Стой, кто там летит? Опа-ча. Сейчас возьми меня. Возьмите меня, увезите, где все, где это. Вон, она за мной летит. Можешь переагрить? Да, она за мной летит уже. Возьми меня, вот я справа. Или не летит. Нет, не летит. Тебя взять, ты справа? Да, вот, а теперь слева. Вот я на скале стою. Сейчас она меня укокохает. Аргент, точнее. Теперь слева. А, вот вижу. Тетерев.
Где там тусня, возня, туда. Да подожди, нам надо свивы что-то придумать, сука. Ты меня туда брось, я лут заберу и. Че, а че свивы придумайте? Ну хотите умирать молодыми? Я буду погибать молодым. Буду да погибать брось ты молодым. Ее, короче, пошли этого притомим. Прайма все равно нету. По мере поступления надо. Ну, я, короче, ищу прайм закидываю. Блин, тут еще одна вива. Ё-моё, я убью. Павлик, открывай ворота. С этой стороны. Блять. Да ты отстань. Павлик, ты давно поставил лети. Кровать? Да лети, я-то лети. Она застряла в дерево. Вот она тварюга. Ай, как же бомбить-то начинает уже. Колян, иди оттуда. Блять, какого хуя, ёбаный в рот. Паха, поставь кровать. Из чего? Блять, я только врезнулся, у меня бах прям. Вот смотри, хотите вот, викторину. За сколько секунд Глеб, я умру пробуем. После леса? Подожди, какого? 36-го левела, давай убивать ее, короче, нахрен. Блядь. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Так ты выбери зону-то другую для респа. Так я хочу к вам подойти поближе. Ну, там заблочено уже у тебя все, уже не получится. Сейчас, короче, весь прайм надо с нее забрать. Вот это вижу. Куда она делась? Вот летает за мной. Добивай, Колян. Меня... Все отлично. Аллилуйя, мы справились с этим делом. С нее прайм, кстати, падает. Да. Надо собирать. У меня мяса нет обычного, у меня птица все жрет нахуй. Да, аналогично. Сейчас я уберу. А уже нету чего убирать. Все, я пошел того Дрейка подумать. Сейчас прихожу, а тот дракон уже летает, да? Нет, там. А у тебя есть прайм? Да. С нее же прайм падает, Колян. Так ты же говорил, что аргент хавает. Ну, это я вытащил. Черного вы завалили или нет? Да. Тут еще один черный летает над Дрейком, прям над первым, над зеленым. Твою мать, да что происходит? Охуеть. Я просто думал, вы его не завалили, и смотрю, летает. Не-не-не, Зарин, может слетаешь, купишь седло? У нас есть седло. А, у нас точно есть седло. Не нужно. Ты пешком слетаешь? Я лечу на твоем аргенте, сейчас тебе есть будет на чем лететь. Ладно, все, загружаем в него. Ну я подумал, если какого аргента сливать, то твоего. Как бы своего жалко. Правильно. Пойду сделать. Плюс 46 левелов будет, ладно, сойдет. Еще прайм нужен. Я же еще не слил. Обычное мясо положите, пожалуйста, в Погнали. Него быстрей. Жареное, нет? Да хоть жареное положи. Жареное. Сайленс. Вот 55. Лечу на прайм. Арген. Я на нем. На, забирай. На тебе вот этого. Да я на тетереве полечу. Давайте за праймом сейчас. Все, ребят, осталось совсем чуть-чуть и приручится у нас это шушера. Твою дивизию, как же долго нам это удалось. Забудь легче. Подводить других. Да, понятное дело, что легче, но видишь, ты им не заведешь никого. Он сам здоровый дракон, надо какой-нибудь поменьше, и которому скорость качается. Так этому что не качает? Говорю, поменьше да нужен, ё-моё. Да. Это не воротины, не успеешь, наверное, закрыть перед ним. Все, притомился. Неужели? Жертва хп вообще шикарно. Неужели, твою мать? Слушай, а тут что-то какие дротики лютые, что ли? Якоб Разухов 64-го с одного дротика заводил. Давайте, садитесь за руль, я за пассажирское. Вон дракон вверху летит. Черный. Вот этот? Ну да, черный нам нужен. Альфа, сука, вива! Не лети на нее. А, тут еще один, что ли, есть? Ну ты давай развернешься, может, чтобы я стрелять мог. Вот, все, зависни. Че, зеленого-то подняли или нет, которого первого завалили? Это у меня прайм есть. А, нет, еще бежит.
Что-то я не попадаю никуда. Лети. Не, я не попадаю. Садитесь на аргентов, спасайте. Может, успеете. Я, блядь, хуй знает где вообще. О, единственный раз попал по нему. Блять, он сейчас станет этот хуй зеленый. Так улетает от него. Ну я кинул прайм, может успеет пожрать. Нет, хочу вам констатировать, что он, блять, не в нашу пользу стал. Подожди, Колян. А, он трехместный даже, дракон-то этот. Ну да, я с вами был, когда он мне зюзи дал. Что-то нереально попасть по нему, я хз. Угу. У Виву я стрелял, такая же фигня. Короче, я пойду попробую собрать клетку и перевести сюда. Сука, этот встал, пидор, прям прикинь, я подхожу, у него 13 торпора. Там я Вива к вам подлетает. Блять, Колян, полетели, там никого нету. Короче, ребята, это просто трындец какой-то происходит. Сейчас мы соберемся по-новому. И все будем уже приручать по-человечески. Поставим ловушку возле дома, там, где будет у нас кровати, где мы сможем спокойно бегать, даже если сдохнем. Спокойно до сюда добегать и уже томить. Здесь летает дракон, вот этот вот. Отличный, веселый, крутой, обалденный. Который сейчас, походу, нас ушатает всех. Сейчас мы его оттащим немножко подальше. Все, он улетел вроде. Да. И левел у него лютый. 134, по-моему. Давай сейчас глянем. Не успел посмотреть. Да, 132 левела. Раскраска даже красивая. Сейчас мы ее оглушим и попробуем приручить. Но дракон он знатно дамажит. Вот что вам могу сказать, ребята. Оп, улетели от него. Все. Отлично. Фух, ну, дубль 2. Пойду пока пофармлю прайм. Здесь неподалеку летал дракончик. Он маленького уровня. 60 какого-то. Ну, он красивый, смотрите какой. 40-го левела. Сейчас мы ушатаем по-быстрому. Они, сука, все осидовские. Это просто трындец. Нет огненных никаких. Все вот этими пульками своими плюются. Ядом беспонтовым. Вот, зато мы с него прайм подняли, причем нехерово так. Нужно нам еще обычного мяса нафармить. И все они замедляют. Но это нехорошо, должен вам сказать. Но зато можно скорость драконом качать. Вот это вот единственное, что мне нравится пока что. Из этих драконов, а то, что они меня убивают по КД, это как-то не шибко красиво. Ну да ладно. Тут прям возле базы, сука, резается. Все, ловушка на месте. Блять, вот тут, конечно... Да нет, в принципе, думаю, не вылезет. Зато птичка, тут есть место, где аргент может вылететь. Ловушка наоборот называется. Синего давай завалим. Блин, ну выруби, пожалуйста, у них этот автозакрывание. Я сейчас попробую взлететь вместе с этой Вивой. И вы за мной захлопните. Надо двоих человек, как минимум, чтобы с один переднюю дверь закрывал, а второй заднюю. Я здесь. Аргента убери, только на базу поставь его и пешком прибеги сюда. С какой стороны? Здесь. Так, ну она, смотрите, ведется нормально. Вон прям за мной летит. Я все готов. Окей. Сейчас я разворот делаю. Буду залетать с воды. С болота. Колян, на тебе вся ответственность. Так сейчас я бегу. А, его еще нету здесь, окей. Давай я встану тогда, пока это, на те ворота, если что, закрою. Сейчас 108 вертолица. На прайме? Да. Так. Чё? Сука, там авто... Дома. Отлично, закрывай с той стороны. Ну, блядь, я бегу, я же пешком. Фух. Сука, вылетела в ту сторону. А-а-а, тварюга.
Блять, надо было вдвоем, видишь, не да. Успел поймать. Надо прям в полном амбунировании это делать. Мы же кицалем ловить, а? Кицаля в ХП качать и ловить. Давай, давай, види, сейчас нормально все будет. Она улетает, сука, от меня теперь. А я-то ее могу теперь догнать. Альфа Дрейк. Альфы томятся, Дрейкеры? Без понятия. Нет. Нет. Я сейчас, походу, Дрейка просру своего. Хотя не должен. Лечу по приборам, ничего не вижу. А нет, все вижу. Опять меня замедлили. Левее чуть. Там деревья мешают. Готовы? Давай ускоряйся теперь. Не могу. Застряла в тех гейтах. Сука. Давайте сейчас еще один дубль. О-о-о. На соплях. Дома. Отлично, мама, закрывайте. Закрывай ту дверь. Все, дома. Аллилуйя. Ссались. Да нормально, че. Самое широкое место, сука, встало. Такое ощущение, что улетит сейчас. Да, есть такое подозрение. Не-не-не, все падает. Все отлично. Фух. Это просто трындец какой-то. Короче, нам вот этот вот Альфа Карна ушатал этого ссаного дракона, которого мы приручили. Это такой трындец. Просто с трех ударов его убил. Жесть. Сделали мы сиделка, значит, еще на одного дракона. На Дрейка. И узнали, что вот этот черный дракон, на котором мы летали, которого нам слили, он, сука, хватает виверн, оказывается, в лапы. И можно изи вообще этих виверн приручать. Лол. Отлично, приручилась виверна. На нее тоже седло надо, да? Такая. Наконец-то забрал с собой легендарный этот очки ночного видения. Смотри, тоже 11500. Да, по статкам неплохая она. Может, на ней будем заводить. Сейчас посмотрим. Нам надо черного как-то приключить будет сейчас еще одного. Каким-то чудом, сука. Да, кого чудом? Вот туда так же затащим, где все. Или запуляем его до смерти. До... Ну, вот этого дракончика, у этого очень мало здоровья. У него 4000 всего лишь, это вообще ни о чем. Покажи хоть, как седло-то выглядит, или там вообще не отображается никак. Это не зелье. А, вон есть седло, да? Давайте проверим, сколько можно человек на ней гонять. Паша, отнеси меня, пожалуйста, на базу, на оси. Один. Два человека могут на ней гонять. Один. А, ты сел? О, нихера, она быстрая, смотри. Или ты не сел, Сайренс? Я стою просто на спине. А, окей. Угу. О, ты сел? Она быстрая вообще. Да, да. А, это такой... Ну что, ребят, давайте на этом завершим серию сегодняшнюю. Вот такая вот она вот у нас безумная получилась. Есть у нас Виверна, есть Асид Дрейк, который бесполезный пипец. И в следующей серии отправимся за черным драконом, за хорошим уже. Его приручим и попробуем какую-нибудь Виверну, других драконов этим черным драконом уже хватать. С вами был Рир, сыграли мы на сервере проекта ProArc с припиской War 3. Ссылочка на него в описании. Приходите, поиграем вместе с вами. Здесь такое вот веселье. Хотите немножко хардкора? Вот вам, получайте. Виверны, конечно, с первого раза дали просраться. Ну, в следующий раз уже будет поинтереснее у нас. Попроще все это дело пойдет. Приручение. С вами был Рирс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео друзьям. Также оставляйте свои комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем счастливо. Всем пока.